Thank you.
Как мило, что ты заглянул. Счастливого пути! Я тебя отсюда живым не Монти! Котики, пли! Меня. Не напрашивайся. Thank you.
Нет, бабуля! Юти! Так я и знала, что без тебя тут не обошлось. Не верь ни единому его слову, он тебя обманул. А ведь был такой ангелочек. Да ладно, мамуля, пора их выпускать. Только представь, что мы сможем тут натворить. Ни за что. Ты разве не помнишь, что сказал отец? Ни за что, никогда. Открывай ее! Дурачок, что ты наделал? Теперь преду, обречен. Обречен? Нет, 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 нет! Управляете так, мы сделаем преду самым развеселым местечком во всем мире воображения. Без тебя бы я не справился, друг. Титаны, мы устроим предуму огонь! Прости, бреду, у нас изменились планы. Лучше я тебя уничтожу навсегда. Прощай, мой друг. Наделал, задурил голову моему Ньюти. Бедный Ньюти. Он никогда не был злым. Он не ведал, что творил. Ты должен спасти его от него самого. Ну, а заодно, может быть, и бредом спасешь. Пошли, иди за мной. Голыми руками тебе титанов не победить. Глянь себя, у медузы и то мускулов побольше. Тебе нужно пробудить древних героев Отсака, Тогла и Свупа. Это будет нелегко. Тебе следует начать поиски на огромном болоте, которое зовется Гнилевудом. Заблудились, заплутали. Такими темпами нам бредом не спасти. Стоп, я придумала. Нас спасет организатрон. Вот, возьми и слушай. Когда твой список дел помещается только между вытянутыми руками, пора звать на помощь. Если у хранителей Little Big Planet есть для тебя поручение, организатрон его обязательно запишет. Чтобы открыть экран, удерживай кнопку «Треугольник», а затем действуй левым джойстиком, чтобы узнать, что уже сделано, а что нет.
Нажав кнопку действия, ты сможешь узнать подробности о выбранном задании. А если необходимо выяснить, куда нужно идти, нажми кнопку «Меню». Это очень удобно. Как всегда, быстрое нажатие кнопки «Назад» закрывает организатрон, позволяя ему заниматься тем, чем он обычно занимается, когда ты за ним не следишь. Теперь открой организатрон и активируй задание кнопкой «Меню». Ну же, открой организатрон и активируй задание. Мы не можем тут весь день торчать. Открой организатрон и... Есть сигнал! Идем! Так это и есть Гнилливуд. В этом мерзком болоте раньше располагались все киностудии Бредума. Иди, поговори с Марлоном Бурдо. Он малость двинутый, но зато знает, что где. Отцак поможет тебе остановить этих страшенных титанов и вернуть моего Ньюти. Стоя тут, ты ничего не добьешься. Вперед! Давай, поработай своим крюком. Верни мне моего Ньюти. Сцене. Коронная улыбка. Пауза. Его зовут Бурдо Марлон. Среди актеров лучше он. Ну давай, детка, поближе. Еще ближе. Вот так. Красота. Камера никогда не врет, тряпичный человечек. Ты от Сока ищешь? Ну, сначала тебе придется найти три его шарика. После победы над титанами герои потеряли всякую мотивацию. А вскоре и шарики тоже. И попрятались в убежище. С тех пор их никто не видел. Потом про шарики забыли все. Кроме старейших, мудрейших и крутейших жителей Бредума. К счастью для тебя, старина Марлон знает, где они. Один в хорошо охраняемом форте. Придется действовать, очень тихо. Другой в сердце сферы воображения. Третий спрятан в кроне большого дерева. Придется тебе полазать по веткам. Как найдешь шарик, он улетит и займет свое место на вратах храма. Найдешь все три, врата откроются. Не волнуйся, парень, я подскажу, если что. Чтобы разбудить Отсока, надо достать все три шарика.
Если заплутаешь, загляни в организатрон. Нажми кнопку «Треугольник». Отсюда слышишь, как у Матильды урчит в животе. Надеюсь, кто-нибудь придет и поможет мне накормить Матильду. А я... Что за лакомый кусочек? Поможешь прилететь? Я слышу, как у Матильды урчит. Смотрите на себя! Ходячий обед! Вам придется скормить Матильде 6 мелких сегвоев, а потом и себя в придачу, а не то вся вечеринка на... We'll be right back.